Предлагаю приготовить стейки из цветной капусты. Конечно, это блюдо не имеет ничего общего с мясным стейком. Свое название оно получило за то, что соцветия цветной капусты нарезаются в форме плоских стейков. Вначале их слегка обжаривают на сковороде, а потом запекают в масле со специями. На вкус получается просто фантастика. Подойдет и в качестве гарнира, и как самостоятельное блюдо. Ниже я подробнее расскажу, как приготовить стейки из цветной капусты. Этот рецепт хорош тем, что вы можете использовать любые специи, а значит менять вкус блюда как захочется. Вместо итальянских трав можно взять копченую паприку и чеснок, кумин и имбирь или смесь перцев. Экспериментируйте. Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 180 градусов. Разделите цветную капусту на соцветия, нарежьте их на плоские стейки. Обжарьте цветную капусту на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны. Смешайте соль, специи и оливковое масло вместе. Аккуратно разложите стейки из цветной капусты на противень. Сверху полейте маслом со специями. Запекайте их в духовке 15 минут. Столовые кисти цветной капусты готовы. Приятного аппетита!